В Иванове стартовал большой международный форум для юных журналистов «Медиашкола». Уже в 13-й раз лицей номер 67 собирает сильнейшие команды школьных редакций. В этом году установлен рекорд – 39 редакций школьных газет и 19 телестудий. Когда мы начинали только наш форум 12-13 лет назад, каждая школа России имела свою газету, ну или, во всяком случае, 50% точно. К сожалению, из-за отсутствия материальной и вообще любой поддержки со стороны школ, со стороны государства, школьные газеты умирают. Они вообще являются великолепным педагогическим средством, великолепным инструментом для воспитания и образования. Очень хочется, чтобы нас услышали и помогли. Форум «Медиашкола» дает возможность и юнкорам, и руководителям школьных медиацентров получить новый импульс к развитию. Профессиональные журналисты проведут работу над ошибками с кураторами школьных газет. Конкурсанты смогут расширить свои знания на обучающих мастер-классах. Мы участвуем с командой уже третий год от 50-й школы. Нас пригласил наш завуч, учитель русского языка. И нам всегда очень нравится сюда приходить, потому что здесь такая уютная атмосфера, можно завести какие-то новые знакомства и просто развить свой талант. В этом году тема форума «Открываем театр». Юные журналисты подготовят интервью, репортажи и напишут рецензии на спектакли. Главное, чему мы будем учить ребят, это объективности. Вижу, сужу, воспринимаю положительно, вижу отрицательное и пишу так, чтобы газету вырвали из рук. Специально для юных конкурсантов Ивановский музыкальный театр и театр кукол покажут спектакли, а также проведут увлекательные экскурсии в мир закулисья. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.